Аффирмации на 11-й лунный день. Я созидаю гармоничные отношения с людьми силой своего мышления. Я думаю о том, чего я хочу в жизни, ощущая, что принадлежит мне по праву. Характер моих переживаний соответствует характеру моих мыслей. Мое сердце знает путь к счастью и успеху. Я доверяю сокровенные мудрости своему сердцу. Моя судьба уникальна и неповторима, и я с благодарностью принимаю ее. Люди, приходящие в мою жизнь, помогают мне добиться успеха. Я излучаю энергию, уверенность в себе, оптимизм и дружелюбие. Я веду активный образ жизни. Я готова постоять за себя и свои интересы. Я знаю, чего хочу, и уверена, что мои желания исполнимы. Я проявляю в общении с людьми доброту и терпение. Двигаясь по жизни, я сохраняю внутреннее равновесие. Мое тело находится в идеальной гармонии с Землей и со Вселенной. Мой организм быстро исцеляется и восстанавливает целостность. Я нахожу гармоничный путь для выражения всех моих чувств. Мое жизненное предназначение – рост, прогресс и всестороннее развитие. Я осознанно управляю творческими процессами в своей жизни. Я умею правильно оценить каждую ситуацию и избрать верное решение. Я здравствую и преуспеваю во всех обстоятельствах. Я умею добиваться своих целей, используя для этого новые и нестандартные пути. Легко и свободно двигаясь в потоке жизни, я достигаю гармонии. Я созидаю здоровое тело силой своего мышления. Я созидаю счастье и успех силой своего мышления.